Гена, я на проводе, ребят. Типа спит. Не знаю, сколько время. Потому что меня разбудила гроза. Такой дождь льет. Ну, открыто так приятно. Ладно, пытаемся уснуть. Завтра увидим, видите, какие молнии сверкают. Привет еще раз. Ребята, ну и дождяра ночью. Я уже такого дождя, я уже не помню, когда такое было. Но видите, какие тучи. Может, еще соберется, грянет. Ну, наверное, часа два. Такое лило, такое блыкало-блымало. Ой, хорошо, природа просыпается, да? Лег на работу. Сегодня надо посмотреть, что там у нас на огороде. Я не знаю, был ли град, но молнии. Пришлось вставать, закрывать все окна. Что это было, была бы торба, был бы сплошной потоп в хате. Едем, будем разбираться после работы, что там и почем. Вроде все нормально на улице. Деревья не поломаны, наш терминал морской волной не смыло, так что все нормально, пойдем работать. Не знаю, смогу ли я вам показывать. Взяла такую штучку-дрючку, надо еще окна нам в нашем баре помыть. Ой. Ну это завтра будем мыть, завтра у нас выходной, с чувством, с толком. Сейчас вот эти вот дни, давайте уже 2 секунды, 6:45. Вот эти дни, сказали, будут самые напряженные. Начало августа, весь август. Потому как все в отпуска. Это будут и уходящие сюда, и приходящие. Нам те, которые старые работали на этой работе, сказали, что они в один день, я не знаю, правда ли это или брехня, в один день, что они вторговали 7000 евро. Чтобы здесь сделать 7000 евро, представьте себе, что чашечка кофе стоит 1 евро. Если вы просто подумаете, брешь тоже 1 евро. Сколько должно быть народа? Наши комплексные обеды стоят 10 евро. Первые 4,50, вторые 5,50. Бутылка воды евро. Вот так вот. Так что через себя народу пропустить приходится. Мама дорогая, не горю. Ладно. Морда еще спит. Я даже еще, кстати, капли не купила. Не знаю, сегодня суббота, опять не попаду в аптеку. С понедельника займемся глазками, займемся все. Сегодня надо на огород, ребята, что-то боюсь. Я вчера вот такие огурцы посрывала. Они без меня поперерастали. Хотела взять на работу, забыла. Ладно. Ой, идти. Иди, лилёк, с Богом. Пошла. Le deve essere anche a lui. Mangiamo il coloro tre, penso che siamo a due. Coloro tre dovrebbe essere. Ieri ho fatto più congelato. Sono quasi finiti. Faccio finire. Ma tutta questa pioggia lì all'orto gli fa bene o gli fa male? A cosa? All'orto, gli fa bene o no? L'orto, l'orto. Ah, l'orto. Guarda, oggi devo andare. Ho paura che si rompono pure le piante. Sai perché? Perché Mosca questo anno faceva freddissimo. No, da noi. No, a noi è tanto freddo.
caldo, cioè è troppo caldo infatti. È solo che ha nevicato l'anno scorso a febbraio, ha nevicato di nuovo. Слава Богу, ребята, они втроем, и Мишка командует. Мишка командует краса и кричит. Кому бреешь? Сюда, Тамале. А пучина. Но Стефания все равно медлит. У нее не получается так. Вот мы когда на старом месте работали, мы всех своих клиентов знали в лицо. И это нам очень помогало. Мы знали, что они хотели. Вы же понимаете, приходит, говорит, кофе короткий, еще и с молоком, и соя. Не с нормальным молоком, а с соевым молоком. Это тебя уже заморачивает. Или кофе декофеинату, без кофеина. И там, допустим, длинный и еще с чем-то. Короче, с одним кофе могут быть столько заморочек, что надо быть настолько профессионалом. Плюс кофе без кофеина идет в отдельном пакетике. Ну, думаю, они вдвоем не справятся. Должен быть и Аву, по идее. Я запускаю кухню. Мороженое, думаю, мне на сегодня хватит. Тут холодильник полный. Должен быть. Тут холодильник полный. Я вчера хорошо затарила. А там полупустая витрина. Но буду менять по мере убытия. Все, пошла заводить кухню. Вчера не было времени показать вам рыбные котлеты. Но вчера я сделала такие, ну, как мы в духовочке обычно делаем. А сегодня я решила чуть-чуть их обжарить, потому что рыбных котлет много не бывает. Сделала фарш с хлебушком, растопила маслице сливочное, добавила. Ребята, очень вкусно получилось. Но я думаю, что сейчас, если мы их еще обжарим, будет еще вкуснее. Котлеты я делаю большие, у нас две идет на порцию. У меня тут уже шипит сковородка. Слышите, да? Сейчас я их быстренько обжарю и покажу вам, что у меня получилось. А потом все равно мы их под томатиком сделаем. Ну, в общем, все как дома. Видите, красиво получается. Еще сливочного масла чуть-чуть к растительному добавила. Только порция, конечно, побольше. Сковородка больше. Ну и массы, конечно. Приличненько. Сейчас, я думаю, минут 15 я их пережарю. Девчонки, хочу вам сказать спасибо большое за подсказки, потому как без яйца масса получается более плотная. Видите, я могу их даже ими хорошо управлять, этими котлетками. Пока там жарятся, я тут уже себе делаю, складываю, чуть мукичкой присыпала. И оно получается довольно-таки быстро. Я думала, что будет медленно с обжаркой, но быстро получается. Очень даже. Спасибо. Ребята, очень довольна. Очень довольна. Я их обжариваю всего чуток, эти котлеты. Делаются, ну, на раз. Ну, так быстро. Фарш вы видели, у нас мясорубка какая мощная. Фарш я перекрутила. Сегодня у меня аву, то есть их трое, и плюс аву четвертую. Сейчас Стефания пришла, говорит, одна сеньора. Она больная. На обед попросила тарелочку белого риса без ничего, только сваренного на воде. Говорю, нет проблем, сейчас я поставлю ей варить рис, потому что когда нет такой вот заморочки, такой спешки, ты можешь и клиентов обслужить как положено. Сейчас я вам покажу эти котлетки. У меня сразу все продумано. Там противень, тут тряпочка, тут котлеты, тут мука. А?
клубочки голубочки. А эти пожаренные, а эти сделанные, а эти осталось полсудочка. Да, на раз. Пошла Эрике, взяла завтрак, а то бедная упадет в обморок. Наша поварёшка. О боже, не хватает сил сок открыть. Поварёнок. Веня манжара, Веня. Стара морира, ди фаме. Questo mio? Чин-чин. Buona la focaccia di qui, dai la foca. Vero? Sì. Pausa, 5 секунд. Алла, не только у вас на рыбалке, как, а у нас прямо среди зала. К деньгам или к чему это? Но рапулиско. Sta facendo le pizze. Basta per Мишка. Perché tutto sbavato sto telefono? Non mi fa vedere niente. Ничего не показывает. Ecco, così si vede. А Мишка кушает и слушает. Все, опустошила. Ничего себе. Вердура. А в это время Абу мороженое обслуживал, уже удрал. Начальство работает, персонал кушает, сидит за столиком. Мишка, ми фай ун желатино пикколо? Мишка, ми фай ун желатино пикколо? Ты ми прендешь? Черто, ке ти прендо. Не должна? Должна. Села на 5 минут, делаю заказы всего. Ладно, Мишка против света, не будем снимать. А то одну букву видно, больше ничего не видно. Вся в витрину завалилась. Тя, Хабиба больше в эти игры не играет. Разве так можно? Пока там витрины мыло, тут все мороженое захавали. А, Эрика! Спасай! Нема. Ушла. Время 5:30 вечера. Non è che vanno giù da te, no? Мои огурцы до соседа лезут. Ma prendili, mangiali, ha detto Gabriella che non ce l'avete. Quelli lì sono troppi. Ой, такой дождяры был ночью. Гляньте, я на следующий год вот это вот. Будут там у меня помидоры, как партизаны на этом стоять. Так вот попривязываю их до забора, да? Видите, сколько. А то подвязываю их. Гляньте, китаец растет. Что это за китаец? На це что таке? Господи. Что-то такое нелюдское. Тыква, видите? Не, помидоры ничего не поломило дождем, слава богу. Говорит Луиджи, что уже земля сухая, что дождь был, а толку не было. Ерио, призу все помидорики, четриоли, черану... Ло висто, ло висто. Черану коли четриоли норме, анси, ораче. Вчера еще покрупнее, чем вот этот огурец. Они бы так быстро растут, что их не успеваешь срывать. А потом прячутся. Такие же они нехорошие. Вон, смотрите. Что ж ты там сховался? А ну-ка, иди сюда. Вон еще один прячется. Давай. Где ты там? Си наскондоно, а? Guarda, io guardo e invece sono lì. Ну ладно, тише. Пусть растут, ладно. Разберемся. Мало, solo, ma ce l'ho pieno a casa di pomodori. Lasciamo che maturiscono. Maturano ancora un po'. Смотрите, сколько сливы гниют. А? Все гниют. Secondo te? Pioverà ancora stanotte? Ma.
messo un po' di temporale. Tutta la terra bagnata. Ora la tocco. Не, мокро-мокро. Мокро-мокро. Зуки не пропадает. Да, такое жарево было. Куда ему? Куда ему? Ну, я показываю. Сейчас,